Офигеть. Сколько сейчас такое? Ляма 2, наверное, полтора стоит. Он тоже снимает с него. Да, попал кто-то. Так, а ты звонил в пожарную? Я позвонил в пожарную, они сказали, уже вызвал кто-то, едет. Блин, вот так машина выгорает, смотрю, прям... Вот мы вышли, да? Там только морда горела. Да там стекла могут лопаться, колеса взрываться. Сейчас еще это. До жопы дойдет огонь. Там бак. Ну я не знаю, бак взрывается, не взрывается. Ну бензин, наверное, как же там? Что-то произойдет, наверное. Давай лучше спрячемся. Да ладно тебе. Центр города. Центр города, да. Горит Мерседес, собственно. Че? Фига, там еще едет кто-то, сейчас еще мимо, наверное, проедет. Да, люди ездят, едут, да, домой вечером с работы. Обыденность вообще просто. Каждый день такой творится. Офигеть. Там левое колесо горит уже вовсю. Дым, видишь, какой сзади, справа валит. Народ вышел. Все на видео снимают. А что там сделаешь? Что, тушить что ли? Что с ним уже? Все, в машине-то хана. Сразу отошли. Сейчас пожарные должны уж, наверное, приехать, я думаю. Все, что... А, бахнуло что-то. Да, она вся. Там ничего не осталось, там все уже. Это уже все. Только скелет железный будет и все. Че сейчас, погоди, тут еще сейчас. Полиция приедет. Разбираться, чего, как, ага. О, что-то сзади пыхает уже. Ага. Там бак где-то рядом, вот что вот. Плохо-то. Да, жалко. Помнишь, по телевизору это показывают, то, что примерно год там назад тут прям поджигали машины? Ну, в Побарсу-то? Да. Что-то да. Ну, что-то да было. Ну, блин, ну, Мерседес, ну, сам уже не загорится. Как он сам-то, блин? Я не знаю, если там какая-нибудь колхозная сигнализация какая-нибудь или чего там. Он едет кто-то, мычит прям. Да это не пожар, нет, пожарный без сигнализации бы приехал. С этой, с как ее, с визжалкой. Прям так далеко ехать? Наверное, пожарный. Угу. Вот как очевидцев тут. Чем такое взрываться может? Может там... Закрой окошко, Толя, чтобы не проснулся. А? Либо колесо, либо хрен узнает что.
так вот, и пожарная служба приехать не успеет. Освещено-то как все. Дом освещен целый. Что там может так долго гореть, блин? Прошло 10 минут, и пожарный свет. Вон едут, моргают. О, да. Ура! Пожарные приехали, сейчас будем тушить. Вот она, водичка едет. Да бахает нормально так, да? Поди к Толику. О, полиция без мигалок мчит. Вот они как работают, наши доблестные пожарные. Сейчас потушат угли. Давайте, чуваки, тушите.